она вывозит воду и специальный растворчик такой, чтобы можно феном подавать. Видите? Да. Ну, на машине вот есть еще лестница, чтобы можно работать. А вот эта вот стрелочка, ну, противогазы принесли. На секундочку, подожди, противогазы. Вот противогазы показали. Так. Не достану, наверное. Ух ты! Классно! Ой, привет, привет! Вау! Я вчера работал! Ребята, а вот в этих противогазах пожарные работают, когда в дыму дышать нельзя? Да. Пользуются вот такие вот противогазы. Спокойно, спокойно только. Джектора есть на машине, противогазы, запасные баллоны. Вот видите два вентилятора? Ими можно дым выгонять или наоборот нагнетать свежий воздух. Вот боевая одежда пожарного. Она, правда, свернута. Вот такая каска. Значит, пожарный одевает каску. Вот. Сейчас мы немножко раз. Вот можете посмотреть. Ух ты, вот седьмая, это номер шесть. У них есть. Пожалуйста, вот. Чтобы вам не пачкать, одежда еще пока до конца не вымота. Пояс вот такой вот с топором. Маска у пожарного есть. И топорик вот такой. Топор сейчас покажем. А зачем? Ну, топором можно скрывать конструкции, работать на высоте, чтобы зацепиться. Дверь сломать, если пожар в квартире где-то. Вот такая вот экипировка у пожарного. А в машине он из тех как? Пожарная. Вот там карабин. Телефон пожарной охраны запомнили? Только звонить. Только не баловаться, а звонить, если по делу. Да, и очень серьезно, ответственно. Да. Александр Васильевич, пример из пожара, вот, когда дети баловались чем-то. Пожарный. Трудно вспомнить, очень мобильный. Мы сгорел автомобиль. Был такой случай, моя память. Траву нельзя сейчас поджигать сухую. Траву нельзя поджигать, потому что поджигать траву. Может какой-то серьезный объект гореть, дом гореть может. Так что сюда спичками не балуйтесь, особенно дома. И телевизор много не смотреть, разное бывает. Загорает. Если произошел такой случай, что вы должны делать? Как думаете? А если не будет такой возможности, то есть покинуть, надо покинуть квартиру, да? И попросить кого-нибудь взрослого, тогда, чтобы вас пожал. А если в подъезде что-то произошло в базаре, нужно тоже дожидаться помощи. Будете закрыть наши законные проемы все.